Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Sky, и, собственно, продолжаем играть в Mirror's Edge, это пятая серия. Наконец-то я добрался нормально до компа, чтобы записать ее. Так, бежим. Ну, мусорятинские от нас точно не отстанут. Ай. О, как стреляют-то точно, а? Ну что же вы такие шлепанцы-то? Ай. Это было не самое лучшее, что я мог сотворить. Значит, полезем так. Раз сегодня моей координации рук не хватает. А что я сказал-то? Да ладно. Эй, поехали. Давай. Запрыгиваем сюда, бежим. Куда бежим? Как нет? Почему нет? Ладно. Простите меня за мои кривые руки. И не прощайте, это уже ваше дело, абсолютно ваше дело. Менты, отстаньте от меня. Хватит, дайте мне винтовку, либо чего-нибудь. Я хочу отстрелить им руки, ноги и прочие конечности, которые им явно не особо нужны. Лучше, конечно, голову им отстрелить. Ай. Похоже, что не избежать. Нет! Отдай мне ружье, Муди! Нет. Это он не захотел, да и мы замудили, собственно. Так, сюда. Похоже, лучше вообще бежать просто от них. Нет! Ну, либо мне драться надо, либо сматываться от них каким-то образом неведомым. Но мне кажется, надо их по-тихому. Как так-то? Или что, специально у нас теперь не поддаются на рукопашные атаки, видимо. Ладно. Пикники моего головного мозга. Так, бежим. Ай! А ну отвалите! Свиньи! Нет! Отстаньте! Давай, отойди, отойди, отойди! Нет! Так. У нас более-менее с хпшками. Но при этом они все еще продолжают нас окучивать. Давай, лезь, лезь, фейт! Нет, нет, нет. Я не понимаю, что с ними делать, если оружие не отнимается. Осторожно, копы впереди тебя. Похоже, драки не избежать. Ну, вот так. Вот это уже другой разговор. Ну, что? Позорный. Знать бы еще, что так можно атаковать-то. Я думал, просто один раз дал и все. И... А тут оказывается. Вот оно как оказывается-то все. Знать бы это еще все заранее. Да, я думаю, мы пройдемся дальше. Открываем и забегаем. Блин, эти менты, конечно, для меня неожиданностью стали. Полно, я же не знал, что их надо лупить, еще раз лупить, а потом только оружие выпадет. Он раз ударился, он... Ну, с кем не бывает. Ну да, ни с кем. Собственно. Блин. Ну, лифт. Давай.
Дети не должны бегать. Чтобы они были счастливы и спокойны. Гласить та надпись. Или рекламка. Выбиваем, блядь. Ой, нет. Сюда мы не пойдем. Умный в гору не пойдет. Умный в гору что сделает правильно? Оббежит. На, но мы не слишком умные, поэтому приземлились на ноге. Вместо того, чтобы сгруппироваться и сделать перекат после этого. Ну. По хардкору, чё? Давай, вот это вот оригинально было. Вообще такого не встречал. Строительные леса. А, ну да, строительные леса. Давай, бежим, 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 бежим. Вот только... Давай, съезжаем просто. А, а-ля, мы моряки. Так, перебегаем. Куда мне? Сюда? Ну ладно. По лесам, видимо, и не собираются бегать за мной и прыгать. Или только мне так кажется. Аккуратненько. По рельсе. Так. Так, нет. Нет, 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 только не ты. Что ты сделала? Фей! Зачем? Бежим сюда. Так, так. Ну, да, правильно, наконец-то. Слушай, ты, мудила, спрячь свой пулемет подальше отсюда. Прятаться можно на другой стороне плазы. Ай, это больно. Но как я попаду на другую сторону плазы? Так, я, видимо, сдох. Ну, это я уж сам виноват, сам замудил. Опустись. Главное перебежать. Сейчас бежим сюда. Или стоп. Нам не надо бежать. Туда. Нет, надо. Да что ты не хочешь-то это делать, то, что мне надо? Вот так. Теперь мы бежим сюда. Сюда. Так. Я должен убежать от них. Нет. Нет! Я вернулся туда, где был! За что эта несправедливость? Ой, давай. Да как так-то? Я должен был выжить. Я должен был. Нет, ну что за... Что за день? Что за руки у меня сегодня такие? Ох. Это... Да не стреляй ты, без тебя тошно. Да ш... Как? Как они додумались вообще до этого уровня? Я вообще плохо представляю, зачем он нужен. В этом месте вот без него и так все. Отцепись! Просто Фейт, беги! О, тугодумина!
Да, куда, 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 куда отсюда? Ну, я надеюсь, я правильно бегу. Нет. Это... Как вы меня достали со своим вертолетом? О, у меня багет! Нет! Вот сюда. Подкат. Правильно. Бежим, 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 Фейк. Отлично. Вы мне еще дадите тут побегать, да? Да что вы делаете? Углы корявые. Ой, сегодня я останусь без рук, без головы и просто... Надеюсь, вам интересно смотреть за моим багетом. Да ну нафиг! Я в этой жизни уже не понимаю чего-то. Блин! Я... Наитупейший идиот в этом... Крутануть башкой мне... Уже не... Вот так. Просто... Просто... А, ладно. Нет. Вот этот момент хорошо подвернулся. Давай, залазим. И побежали. Правда, думаю, ненадолго. Фух. Можно перевести дух, в принципе. Или получить по щам от кого-нибудь. Типа вертолета. Колючая проволока? Это ты? Меня убила и превратила всю мою жизнь в один сплошной багет. Багет. Это просто... Блин, Mirror's Edge Багет Edition. Другому я не могу описать эту игру на данный момент. А, вот фиг тебе! Размечтался тут, он по мне стреляет, сволочь ты. Рукастая. Так. Правильно бежим, значит. Нам сюда. В общем-то, нам всегда на крыше. Вот это вот, чего я точно усвоил. За что? Вот так. Начнем с этого момента. Продолжим вот так вот. Стрелять ему по мне вздумал. Фейт не просто какая-то девчоночка тут. Мы с дробовичком. Значит, у нас будет все замечательно. Правда, зря мы выкинули дробовик, хоть и помешал бы он нам бежать, но, по крайней мере, я чувствовал с ним себя спокойнее. Хо-хо-хо-хо-хо. На спокойствие, только спокойствие, куда отсюда? Ты только что сделала то, о чем я подумал! Черт побери, девочки, я даже пролил пиво на клавиатуру! Слушай, передай кое-что, Миллер, мне надо смешного встретиться. В итоге мы снова здесь.
Не говорите мне, что я совершил фатальнейшую ошибку. Потому что я сделал вот так. Это просто все, что я могу сказать. Это издевательство надо мной сегодня, это издевательство над вами. И это все потому, что мне показалось, что мы пришли немножко не туда. Лети отсюда, бабочка. Давай, да просто отпустись. Чего ты цепляешься, как не надо? Бежим, 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 и еще раз бежим. Что? Вы это видели? У меня слов нету. То ли мои руки настолько кривые, то ли я просто... Да, все-таки мои руки настолько кривые. Я помню тебя, чувак. Вот так вот. Ну так что ты не забираешься? Такое ощущение, что она меня решила сегодня понервировать. Залезай. Фу, здесь мне спокойно. Спокойно уже. Все продумано должно. Но быть! Вот так. Вот так. Все спокойно. Обдумано. Продумано. Правильно понимаю, куда мне? Да. Теперь... Сюда, а не туда, куда я пошел. То, о чем я подумал? Черт побери, девочка, я даже пролил пиво на клавиатуру. Слушай, передай кое-что Миллеру. Мне надо с ним снова встретиться. Черт. Кошмар. Мне плохо. Действительно плохо, только я дурак. И от того, что я его заставляю посмотреть. Но! Есть. Все, вопроса нету. Я слепошарый мудак. Поэтому вопроса больше нету. Просто то, что можно было пройти за 2 минуты, мы прошли за 20. Эй. Ну, что поделать? CPF, underground. В общем, парковка подземная, CPF. CPF это ментовка местная. Я получил твое сообщение. Я следила за Роугарном. За кем? За Тревисом Барфилдом, главой безопасности Поупа. Думаешь, он убил Поупа? Возможно. И он точно подставил Кейт. И в его планах было, чтобы погорел кто-то из копов. Я слышала, он упоминал проект ИКАР. Барфилд очень опасен, Фейд. Тебе не стоит с ним связываться. Подставив мою сестру. Извини, Фейд. За что? За все. Я тоже не хочу, чтобы Кейт пострадала. Но у нас объявилась одна частная охранная фирма, здорово все осложнившая. Для поддержки порядка, как они говорят. Они просто дышат нам в затылок, выжидая, чтобы мы облажались. И они отстанут от нас и от Кейт, только если я выдам... Меня? Да. Быстро, просто. Я бы на ее месте выстрелил раза два. Я собираюсь отпустить тебя, а ты... Но если ты еще хоть раз наставишь на меня, я тебя убью. А сейчас... Вот сейчас бы я на его месте расстрелил его просто. Ну реально, лучше бы выстрелил. Вижу птичку, летит к месту встречи, которое называл Роугарн. Ты думаешь, это приятель Роугарна? Могу ошибаться, но похоже на копов. Да и многие ли могут заполучить в свои лапы вертолет в этом городе? Немногие. Эй, лучше поторопись, если хочешь достать их. И держись подальше от улиц, вокруг полно копов. Так, все, ладно. Внимание, высокое напряжение. Значит, нам туда лучше не лезть. Так.
Туда мы явно не долетим. Ну, это как я понимаю. Может. Тоже нет. Высокое напряжение. Ну что-то же надо сделать. Поэтому... Нет! За что ты не цепляешься? Вообще ни за что ты не цепляешься. Что ты меня сегодня выводишь? Фейт. Вот так. У нас, оказывается, кнопка разворота головы всегда есть. А я забываю об этом. О, вот, молодец, умница. Утю-тю. Так. И... Оп. Да. Вообще, зачем на крыше? На крыше подмечу. Забор с высоким напряжением. Ладно, об этом можно подумать и в другой раз. И у меня все равно остаются вопросы в этой игре. Очень много. Хотя, эти трубы, я кажется, вон трубы. Забор, понял к чему. От бегущих. Но. Ну, я не знаю, в общем. Бежим к вертолету и все, не... Не мучаем свои головы какими-то вопросами. Там, около... В общем, не знаю. Молчу и играю дальше. Так бы сейчас и прыгнул заново. А то руки кривые. И, собственно... Так. Побежали дальше. Спокойненько пытаемся понять, чего от нас требуется. Понимаем, чего. И действуем. Нет! Нет, 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 мы не поняли, чего от нас требовалось. Это называется, лучше надо осматриваться, но если руки из... сами знаете чего, это не поможет. Надеюсь, мои кривые руки это только сегодняшняя моя проблема. Хотя у меня вопросов сейчас больше, чем ответов на них. За что? За что ты надо мной так издеваешься? Это не мой день и не моя игра. Это как называется-то? Что ж у меня такое сегодня? Твою! Я так никогда идеально не прыгал. Давай, милая Фейт, лезь. Просто залезай, спокойненько все сделаем. И все. Без лишнего напряжения. И... Кстати, никогда не видел таких рубильников именно через кнопку. Точнее, они были, но никогда не назывались рубильниками. А, локализаторы? Куда вы смотрели? Так вот. Так вот. Если я правильно понял. Да, я правильно сейчас понял. Да, я неправильно выбрал сторону. Настоящий лабиринт, к тому же безлюдный. Не случайно Роберн выбрал его. Но если им понадобилась птичка, думаю, встреча будет где-то на крыше. Тебе надо найти путь наверх. Так. Мне этот уровень гораздо больше, кстати, нравится. Чем тот, что был сейчас. Так, крыши. Обойдем просто. А. А. Ага. Ладно. Без проблем. Абсолютно никаких проблем. Залезай. Залезай. Или все-таки нет? Еще не перелезла? Так.
Это что? Фонари? Просто фонари, да? Это значит нет. А, друг мой, что для тебя значит да? Мне так просто из интереса. Совсем не нравится вот это вот мне место. Вот вообще никак. Нет, 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 не падать, не падать. Ну как? Как нам забраться сюда? Так. Понятие мое. Просит меня просто головой об стену по раз 10 даться, чтобы... Может, у меня включилось какое-то особое чувство или видение того, что надо делать. Так, может, здесь вот можно запрыгнуть? Ах, блин, это называется... Потому что у меня другого названия нет для моей криворукости. Криво... Да вообще криво всего. Ладно, мы здесь. А надо нам... Сюда или нет? Вообще, начнем с того вопроса, зачем я здесь? Чего мне вот от этого помещения надо? Нет, не может. Значит, надо какие-то другие пути искать. Да что не так-то тебе, Фэй? Что за гребаная фигня? Мы прыгаем сюда, нам, по сути, вот сюда как-то надо быть, перебраться. Ца. Ца. Не знаю. Так, начнем с того, что я сейчас сделал что-то не так. Просто беги, закарабкивайся. Вот. Мы бежим. Бежим, 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 бежим. Нет. Чего от меня требуется? Я не допрыгну просто физически вот до той палки. У меня багет. Или допрыгну. Я забыл. Я забыл о нашей великолепной физподготовке. И о том, что мы умеем бегать по стенам а-ля Принц Персии. Это ключевое, о чем я забыл. Теперь надо посмотреть, что здесь, и прыгнуть. Вот молодец, молодец, Фейт. Ух. У меня один вопрос. Зачем я это сделал? Так, пойдем. Ползем. Ползем, просто ползем. И на этом, наверное, мы закончим сейчас серию, потому что времени прошло довольно-таки много. И всем спасибо, что смотрели. Если понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И, собственно, спасибо за просмотр, дорогие друзья. Всем пока, увидимся в следующих сериях.